Ассаламу алейкум, азиз телесерчилер, эфирде спорт рубрикасы. Біз иш мүйтінде ос вақтларымызны кечіріп, спортке эмиет бермейміз. Бүгін біз сізлернен ос қияфетімізні тұтмақ, белімізнен бағлы олған мешкулетлернен таныш етіжекміз. Азиз телесерчилер, бұшке бүгін бізге Константин ярдым етіжек. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. С чего мы начинаем? Сегодня начнем мы упражнение на поясничный отдел спины. Упражнение называется «Супермен» в простонародье. Могут выполнять его люди с любым уровнем подготовки, в любого возраста и, в принципе, на любой плоской ровной поверхности. Я покажу, как это выполняется в наших условиях. Для этого нужен половичок и отсутствие противопоказаний, что тоже немаловажно. Так, ложимся. Мышцы, да? Нет, нет, правая. Ага. Теперь поднимаем правую ручку и удерживаем. Смотрим перед собой, голову не опускаем. В процессе выполнения движения мы должны ощущать легкое жжение и напряжение в районе поясничного отдела, а также ягодичных мышц и задней поверхности бедра, вплоть до икроножной и камбаловидных мышц. Опускаем руку, выдох. Теперь делаем то же самое по диагонали. Очень нужное упражнение, особенно у людей, которые ведут сидячий образ жизни, за компьютером, в офисе и, конечно, водителей. Опускаем. Вставать после упражнения на спину желательно через сторону, не подскакивая. То есть поворачиваемся на бочок, упорчик рукой и плавненько встаем. К сожалению, травмы позвоночника в наше время – это один из бичей и болячек нашего современного общества. Что дальше делаем? Второй вариант выполнения того же самого упражнения – это уже для людей, кто может удержать руку и ногу на весу более 30 секунд. Ничего принципиально не меняется, только за исключением одного. И руки, и ноги держатся одновременно. Ложимся так же, не плюхаемся, аккуратно. И выдерживаем руки и ноги попарно. Равновесие, да? Держит. И точно так же аккуратно встаем. Через бочок. Давайте теперь я попробую. Попробуй, пожалуйста. Ну, с первого раза может быть достаточно весело. Да? Так что поднимая ручки и ножки, напоминает пресс-папье, то есть обратный выгиб. А сколько секунд должно держаться? Удерживаем точно так же. Для начала 10-15 секунд достаточно. Доводим до 30 секунд, а люди с хорошей физической формой до минуты. Вот таких вот три подходика от 3 до 5 будет достаточно для того, чтобы спинка пришла уже в подготовленное состояние, а если человек посещает тренажерный зал, то к более тяжелым нагрузкам. Чувствуется? Да, еще хочу. Да, если начинает в мышцах печь, это говорит уже о том, что мышцы получают достаточную нагрузку. Нужно понимать, что работа в зале – это работа не в зоне комфорта. Вы должны получать, через бочок встаем, мы должны получать определенную нагрузку. Следующий мы перейдем к гиперэкстензии. Это специально есть достаточно примитивный тренажер, но движения на нем, хоть и кажутся простыми, таковыми не являются. Угу. Прошу вас. А здесь телесерчилер более межхулиетлернесыз, эвшарайтлернде бежере блесыныз. Бізден айрылмаңыз, угдесыны чоқ мирахлышелер беклежек. Предлагаю сделать еще несколько вариантов. Это может быть руки, это могут быть блины и разная постановка рук. Она может быть как перед собой, у висков, протягивающая. То есть это варианты, усложняющие или упрощающие данного рода упражнения, в зависимости от того, какие снаряды есть в доступе у человека. А нагрузка имеет значение? Любая нагрузка должна идти по возрастающей и плавно, без рывков, даже если человек чувствует в себе силы. Любая поспешность может привести к травме, а они не нужны никому на самом деле. Первый вариант выполнения – руки под подбородком. Задача – поднять немножко плечи, чем самым вы сводите лопатки на спине. Взгляд все время направлен в зеркало. Опускаемся до прямого угла и поднимаемся вверх. Перепрогиб недопустим. То есть опускаем сбоку, чтобы было видно, что прямая спинка, подъем. Теперь можно взять, если вам тяжело, можно положить крестом руки. Продолжать делать точно так же. Важно не терять с собой контакт. Опускаемся еще. Между спиной и бедром сохраняем угол практически 90 градусов. Вот тогда поясница получает максимальную нагрузку. Желательно вниз быстро не опускаться. Опускается в домашних условиях как можно это сделать? В домашних условиях можно это делать на кровати, на диване. Если, к примеру, кто-нибудь из родных, любимых сядет вам на ноги, достаточно. Если человек уже
достаточно силен. Можно держать у груди, можно вытаскивать на прямых руках. То есть, в принципе, это от подготовки. А здесь телесерджилер, бульгинный СКБ, более межхулиетлерный, эвдеде я папа лесенос, более эвшараетлерный, сезон якларный, саяхларный, знатусасус, уч дорткере бу межхулиетный бидер сенос, сезон архабелиный, более тк оладжах, весус турмагави, адумат магав, кепек, гузель, каяхетна, оладжах сенос. Ножки поставь пятками на пол, наклонись к ручкам. Теперь выпрями спинку и под... вот, руки прямые, плечо туда отпусти немножко вперед, подай его. Вот первое, что ты будешь делать, это ты распрямляешь назад плечо. Не-не-не, не спинку, именно плечо, вставь его назад, оп, а потом тяни все остальное. Все отпускаешь и плечи немножко утягивают. А вот спину нужно оставлять все время ровной. Двигаются только плечи и руки. Раз. Ну вот, обращаю внимание, спинка в лордозе у нас слегка прогнута. В грудном отделе поясничка ровная, голова и подбородок параллельны полу, ничего не повисает, все. Обычно это упражнение выполняется в районе от 10 до 15 упражнений. Что вы хотели пожелать нашим телезрителям? Всем телезрителям, всем юношам, девушкам, выискивайте, изыскивайте время для занятий. Не обязательно становиться олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Не обязательно всем уметь поднимать большие тяжести. Кто-то играет в баскетбол, кто-то, не знаю, бегает в футбол, кто-то в боулинг. Любая активность – это залог нашего долголетия и здоровья. Поэтому следите за собой, смотрите телеканал. Ну и, конечно, занимайтесь физкультурой. Спасибо. Всех благ. Болелек нен азиз телесерджилер, аятта эр бөршелер ола біле. Ама сіз рухтен тушмей бу межгулетлеріні бежерсеңіз, сіздің келеджегіңіз бұйық олажақ ве сағлығыңызны сақламаға ұнытмаңыз.